Добрый день, утро, вечер, а может быть даже и ночь, товарищи! Я рад вас поприветствовать на обзоре новейшей версии Zoo and Wild Animals Rebuilt. Предварительно я хочу сказать, что я решил разделить этот обзор на две части, так же как и предыдущий, потому что на то, чтобы показать вам весь новый контент из обновления, у меня ушло порядка 40 минут, а такое длинное видео смотреть никто не будет, тем более мое. Поэтому я решил сделать две части. В первой части я разберу именно предметы. Первым новым предметом, который был добавлен, это является пиньята зебры. Вот так вот она выглядит. Она служит для того, чтобы ваши хищники, которых с новым обновлением стало еще больше, добавились новый медведь и ягуар, могли развлекаться, так сказать, охотиться. Ну, в этом ничего нет удивительного, потому что в реальных зоопарках, насколько я знаю, такое тоже используется. Значит, кратится она как? А кратится она вот таким вот образом. Значит, три белые шерсти, вернее, 4, 2, 3 черных шерсти и 2 редстоуна. Не самый сложный крафт, как по мне. Шерсть и редстоун найти не очень-то и сложно. Далее у нас идут две новых брони. Первая — это броня из кожи рептилии, а вторая — из меха. Красятся они так же, как и любая другая броня, но с использованием материалов из мода. То есть можно крафтить из крокодила, а можно из обычной рептилии. Ну а броня из меха крафтится точно так же, только с использованием разных видов меха, обычного и толстого. Защита у нее ровно столько же, сколько у этой брони, но выглядит она, я бы сказал, в разы менее эстетично и красиво. Так что, ну как бы, зачем нужна любая другая броня, когда есть тигриная? Значит, дальше у нас идет новое оружие, охотничий нож. Довольно неплохое оружие, урон его почти 6, то есть это где-то на уровне железного меча. А кратится он вот таким вот образом: 2 кусочка железа, 2 кожи и палка. Не самый дорогой крафт для такого достаточно неплохого оружия. Давайте проверим, как он бьет. Я даже не знаю, на ком проверять, я животных убивать не хочу, ну из мода, а стандартных тут как-то не наблюдается. Так, ленивец что-то тут делает. Так, что-то продлагивает у меня. Опа, свинья. Давайте-ка. Хопа. Ну, 5 бьет. В принципе, нормальное такое оружие. Какая разница, каким оружием свинью убивать с 2 ударов. Так. Дальше у нас идет не менее полезная вещь — фонарик. Для начала включим ночь, чтобы посмотреть, как он светит. Активируется он на правую кнопку мыши, правда, с какой-то задержкой. Вот, все. Так, ё-моё, давай, работай. У него достаточно маленький радиус действия, но зато светит он достаточно хорошо. Такой в пещере был бы незаменим и прям был бы must have, если бы не его рецепт крафта. Крафтится он вот таким вот образом. Чё-то авторы перегнулись с сложностью крафта, потому что, ну, светокамень — это многовато для фонарика. Уж легче факела делать. Ну, а железные блоки — это нормально, как по мне, то есть многовато, конечно, но выполнимо. Дальше у нас идет мачете. Крафтится оно вот таким вот образом. Кусочек железа, железный слиток и дуб. По урону, ну, не очень. То есть даже деревянный меч бьет больше. Но зато красиво. И бьет быстро. Дальше у нас это аналог пиньяты зебры, только кит. Так, что-то они у меня поисчезали все. Не знаю, может, баг какой. Значит, выглядит он вот так вот. Честно говоря, не самая приятная моделька. Зебра была получше. Но хотя в некоторых модах есть мобы и похуже.
Значит, он служит для того же, для чего и зебра, только для водных животных, которые теперь тоже есть. Значит, крафтит он вот таким вот образом. Крафт обратный крафту зебры. А вместо редстоуна железный слиток. Дальше у нас идет камень для лизания. Вот так вот он выглядит. Такой вот блок с палкой. Он нужен для того, чтобы наши травоядные друзья, которых с обновлением стало еще больше, могли обеспечивать себя солью. Ну, такое часто применяется для тех же лосей или оленей. Так, следующее у нас это табличка. Вот так вот таблички выглядят. Я постарался поставить все таблички, и, возможно, у меня получилось. А возможно, нет. Значит, это стандартные таблички для непосредственно зоопарка. То есть, в зоопарке вот есть таблички там с указанием, где живет то или иное животное, там, куда идти, в каком направлении. И, конечно же, табличка с туалетом. А, ну еще таблички «Не кормить животных», «Не курить с животными» и «Не тискать животных». Дальше у нас идут новые игрушки. Да, я, кстати, в предыдущем обзоре забыл показать вам еще одну игрушку из старой коллекции, касатку. Ну, вроде как рецепт ее я вам показывал. Так что, вроде и показал, а вроде и нет. Значит, первый у нас на очереди это утконос. Вот гляньте, какой он миленький, клинкий пусечный утконосик. Ня. Кратится он вот таким вот образом. Три черной шерсти, пять серой шерсти и нитка в центре. Дальше у нас идет жирафчик. Вот такой вот, опять же, пусечный жирафчик. Значит, крафтится он вот таким вот образом. 4 коричневой шерсти, 4 белой шерсти и нитка в центре. Дальше у нас идет уже классическая плюшевая игрушка Мишка. Выглядит он вот так вот. Очень, опять же, милый, очень симпатичный, очень прикольный. Но годится только для декорации. Значит, крафтится он вот таким вот образом. Значит, 8 коричневой шерсти и нитка. Дальше у нас идет мастер Шифу. Вот так вот это опять же выглядит. Что-то он слишком на медведя похож. Не очень похож, что-то мне показалось. Опять же, такая мультяшная, милая версия обычной панды, красной. Кратится он вот таким вот образом. 4 красной шерсти, 4 белой шерсти и нитка. Дальше у нас идет тоже вещь, которая крафтится из нитки, это тонкая веревка. Крафтится она вот таким вот образом. 5 ниток выкладываем вот таким вот образом. Получаем 5 штук тонкой веревки. На самом деле это довольно полезная вещь, потому что по сути это лестница, для которой не нужны дополнительные блоки. То есть вы так берете и спокойно залезаете по ней. Я считаю, это очень классно. И, ну, почему разработчики Майнкрафта ее сами не добавили, для меня остается загадкой. Также, если вы успели заметить, изменены модели некоторых блоков, в частности, фонаря и лавочки. Но изменения не самые серьезные, как бы обращать на них, думаю, внимания не стоит. Значит, дальше у нас идет не такая полезная вещь, костер. Выглядит он, значит, вот так вот. Достаточно прикольный для декорации, но абсолютно бесполезный для применения, потому что на нем вообще ничего нельзя делать. То есть освещает он достаточно плохо. Вот, видите, даже факел был бы эффективнее. И на нем даже ничего жарить нельзя. Крафтится он, значит, вот таким вот образом. Берем уголь и со всех сторон обкладываем его абсолютно любыми досками. То есть тут доски вообще из любого мода подойдут, и из стандартной игры тоже. Да, но, честно говоря, не знаю, зачем он нужен, кроме как для декорации. Потому что, ну, это абсолютно бесполезная фигня. Дальше у нас еще одна игрушка. Осьминожка. Я думаю, вы уже поняли, как он крафтится. 8 красной шерсти и нитка в центре. Далее у нас идет... я даже не знаю, как назвать. Называется вроде развлекательный мяч, но по факту это кормушка с сеном. То есть, так, отлагивай давай. Вы берете так кормушку, вешаете вашим травоядным, там, носорогам.
или слонам, которых мы рассмотрим в следующем видео. И они развлекаются с нею. Значит, красится она вот таким вот образом. Четыре палки по углам и в центре сноп сена. Значит, последний давайте партийка блоков. Значит, первый у нас это тепловая лампа. Она нужна для наших рептилий. Да, в этом обновлении добавили кучу новых рептилий. Там и новая змея, и новые ящерицы, и даже черепашки есть. Новые черепашки, да. Значит, освещает она достаточно неплохо, я вам хочу сказать. Намного лучше, чем костер. А крафтится она вот таким вот образом. Опять же, не дешевый крафт, я вам хочу сказать, но более выполнимый, как по мне. Ну, каким-нибудь, потому что железом понадобится меньше. Хотя, с расчетом на свет редстоуновый фонарь, не. Слишком дорого. Слишком дорого, авторы. Если вы меня смотрите, то сделайте, пожалуйста, более дешевые крафты. А то вещь вроде необходимая, потому что, ну, если вы держите рептилии, она вам позарез нужна. А... Опа, я только сейчас заметил, что тут есть выключатель. Прикольно, прикольно. Так. Дальше у нас это последние две игрушки. Значит, первый у нас это Орёль. Крафтится он вот таким вот образом. Три белые шерсти, две коричневые шерсти и три желтые шерсти. И нитка в центре, естественно. А дальше у нас лосяш. Да, помимо игрушки лосяша, в мод добавили еще и живого лосяша, который мы опять же рассмотрим в следующем видео. Значит, он крафтится из двух белой шерсти, четырех коричневой шерсти и нитки в центре. Дальше у нас новый тип забора. Такой Black Star забор. Сейчас я вам покажу. Вот он такой вот красивенький у нас. Ня. Да. Выглядит он неплохо достаточно. Текстурки такие прикольные, но какие-то странные немножко. Хотя зато через них все хорошо видно. Лучше, чем через остальные заборы. Крафтится он вот таким вот образом. То есть чернильный мешок и стальные прутья. Получаем одну штуку. Да, крафт один к одному не самая приятная вещь, я хочу сказать. Потому что, ну, убивать спрутов в таких количествах не хочет никто. Это слишком долго. Дальше у нас это полублок из этого забора. Крафтится он как стандартный полублок из трех кусков забора. Получаем три штуки. В этом обновлении авторы наконец-то пофиксили полублоки. Теперь они работают как нормальные полублоки. Вот, смотрите. Опа. А не как раньше, что они накладывались друг на друга через полблока. Но пользы я в них все еще не вижу. Хотя можно, в принципе, использовать как какую-нибудь крышу. Да, почему бы нет. Дальше у нас идут это двери. Да, авторы наконец-то добавили двери из забора. Но как бы это был вопрос времени. Значит, первый у нас это двери из сетки. Вот так вот она выглядит. Прикольно, я вам хочу сказать. Очень даже прикольно. А крафтится она вот таким вот образом. 6 кусков забора, получаем 3 двери. Дальше у нас идет зеленая дверь из прутьев. Или дверь из зеленых прутьев, называйте как хотите. Крафтится она вот таким вот образом. 6 кусков забора, получаем 3 двери. Дальше у нас обычная дверь из обычных прутьев. Крафтится она так же, как и все остальные, но из кусков вот этого забора. Опять же, 6 кусков, получаем 3 штуки. И последний у нас забор, вернее, дверь из забора. Это вот эта вот наша Black Star дверь, такая элитная самая. Выглядит она очень прикольно, я вам хочу сказать. Из всех дверей мне она нравится больше всех, даже больше, чем вот эта. Хотя она мне тоже нравится. Крафтится она, как и все предыдущие, из 6 кусков забора. Да. На это не обращайте внимания, это так. Это не относится к моду. Также добавили, значит, надписи для наших, для нашего транспорта. И теперь они издают звуки, когда мы в них садимся. Правда, помимо этого, ничего особенного не добавили. То есть, на них мы все еще никого не можем задавить. А хотелось бы, потому что, ну, как бы... Зачем нужен внедорожник, если на нем нельзя никого переехать? Так.
Думаю, стоит... Ах, да, совсем забыл. Есть же еще куча новых растений. Их просто дофигища, но... Как бы особой пользы я в них не вижу, ну, кроме как декораций. А рассказывать о них нечего, просто спавнится в различных биомах. Там, в тундре, в тропическом лесу, в пустыне. Еще есть новая лиана. Да, она работает как вот эта вот веревка, только она не крафтится. Значит, просто подходим и спокойно залезаете по ней. Так, парочка мобов уже тут исчезла. Непорядок. Так, ладно. Думаю, возьму в руки орленка и закончу с обзором. Да, вот такое получилось видео. Очень короткое, но это все потому, что контента именно по блокам и прочим предметам в моде в обновлении не так уж много, то есть на 20 минут не хватит. Но при этом контента по непосредственно мобам очень много, и заполнять им не вижу смысла ролик по предметам. На этом у меня все. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, если вам понравилось, и не ставьте, если не понравилось. Это ваше право. Также хочу сказать, что у меня есть группа ВКонтакте, правда, я вам не советую туда заходить, а также есть группа по Заве, куда я вам посоветую зайти, потому что я там публикую различные новости по моду, то есть это ремодельки и новые животные. Так, увидимся в новых видео, всем удачи и всем пока!